Добрый день! Предлагаем вашему вниманию видеообзор винтового воздушного компрессора с приводом от электрического двигателя Alup SCK-42. У нас представлен БУ компрессор. 2008 года выпуска. Давление на выходе 10 атмосфер, производительность 4,12 кубических метра в минуту. Мощность электродвигателя 30 кВт. Компрессор прошел в нашей компании полную ревизию. Было заменено уплотнение винтового блока, подшипники электродвигателя. Также заменены все резинотехнические изделия. Вы видите новые РВДшки все, новые ремни. Расходные материалы все заменены. И даже мы поменяли шумоизоляцию на новую. Компрессор в настоящее время в идеальном состоянии. Настроим на 8. Общая наработка компрессора составляет 15 359 часов. Из них под нагрузкой менее 6000 часов. То есть для немецкого компрессора это отработка менее четверти заявленного ресурса до капитального ремонта. Компрессор еще будет 10 лет работать. Давайте запустим компрессор, посмотрим, послушаем, как он работает. Отработает время холостого хода и отключится. Благодарю за внимание. Обращайтесь в нашу компанию, приобретайте компрессорное оборудование, новое и БУ.